Геннадий Головкин в интервью TMZ Sports рассказал, когда нокаутирует Канело, рассказал о потенциальном бое Мейвезера Макгрегора и оценил вероятность боя с Мейвезером. «Я готовлюсь к Канело, как и к любому другому сопернику, на 100%. Он прекрасно знает меня, я знаю его. Мы вместе тренировались раньше и спарринговали где-то 4 года назад. Он очень хорош. Нокаутировал я его тогда? Нет, но думаю, это случится 16 сентября. Хотя трудно сказать, завершится наш бой нокаутом или пройдет всю дистанцию. Это бокс. Но так или иначе, это будет биг-драма-шоу. Почему людям стоит смотреть наш бой с Канело, а не бой Мейвезера Макгрегора? Потому что наш бой – это действительно настоящий бой, так что их бой мне не интересен. Конечно, для Конора это большой бой, он заработает много денег для своей семьи, на всю свою дальнейшую жизнь. Но для бокса и лично для меня он не представляет интереса. Я сконцентрирован на настоящих боях. Есть ли шанс, что мы когда-нибудь подеремся с ним? Нет, этого не будет. Вряд ли он боится, просто знает, что для него это невозможно. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и узнавайте все самые интересные новости из мира бокса здесь, на этом канале. Всем удачи, всем пока!